Работы производить, как я сказал, по текущему ремонту, это снять верхний слой покрытия и уложить взамен его нового, порядка 4 сантиметров, слой порядка 4 сантиметров асфальтобетона. Будем выполнять работы по полмоста для того, чтобы была возможность проезда общественного транспорта. Дежурить там будут постоянно посты ГАИ и регулировать дорожное движение. При этом пассажиров и те, кто пользуется троллейбусными маршрутами 20, 17 и 7, просим обратить внимание, что 8 числа они будут, их режим работы будет укорочен, то есть до 7 часов мы должны вывести электротранспорт с моста. В дальнейшие дни 20-й и 17-й троллейбус будут работать до площади Островского.